температуру померил. Даже по нему тоже померил. Как спирт. То есть он не пахнет, а применяется нормально. Все честно? Мне не доверил, смотрите. Или кто-то, парень, смотрите друг за другом. Смотрите за собой, смотрите друг за другом. Никит, давай я быстрее уже померю, мне ехать надо. И давай уже сам себе быстрее. Мы можем изменить подтягивание на другие вещи. Например, какие-нибудь, давай заменим выпрыгивание. Выпрыгивать нет, выпрыгивать не сделаешь 30, 25, 20, но выпрыгивать не сделать на одной ноге. Нормально? Почему? Если смотреть по ощущениям, у кого что болит, вы мне говорите. Ярослав, нет, не хорош. Ну давай пока не делаем, давай выпрыгивать не делай. Андрюх, давай, 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 если кисть болит, не надо, пойдем сюда, пойдем. Даже ладно, а? На двух ногах, на одной веселее будет. Смотри, надо подойти к покрышке. Пойдем. Приспокойно тогда делаешь на двух, как вчера, да, а, тебя вчера не было. Вот давай сейчас мы разбираем покрышку, большую вниз. Все, пошел. Тебе, может, это, рубаринчик с собой, да? Я еще болею, я могу на дорогу, как с Максом, мороженое, пирожное. Нет? Ты же знаешь, что я все равно скажу? Нет, ну, ты не откажись. Слышишь, как молодец, что на завтрак? Нет, стоп, я не знаю. Со Светой я разговаривал, у ней батя. У нее батя все еще в гостях. Она говорит, у вас еще 9 сериев. Парни и девчата, завтра с 4 до 9 у нас здесь уборка, инвентаризация, перенесение площадки. Вот ребятам и девчатам из вином фамилии ядовитые семейства и разные крутые прокачанные названия комиксовые. 100% надо завтра появиться, помочь. А если после турника потренить можно? Если... Конечно. С 4 до 9 у нас время будет на все. Убрать, прибрать, отодвинуть, проверить, прокачать, максимальную протренироваться. Остальным по желанию. Завтра с нас чаи, кофе, пироги и всякое такое. В зависимости от поведения. Нужны сильные. Не надо, чтобы, например... Нет, хорошо, если там Дамир, Андрюш придет, там что-нибудь парни придут, Тимур просто ну, здесь вот походить, да, здесь делать нечего. Если завтра вы придете, каждому из нас, зависимо от поведения, я что-нибудь подарочек придумаю. С 4 до 9 вечера думайте. Силу находите, время находите, помощь реально нужна. Задача такая, нам надо будет убрать все маты, площадку передвинуть на полметра к стене и на метр туда. Чтобы здесь и здесь вам турники, возможно, этот турник повесим выше. Чтобы вам был уровень на высоких турниках, чтобы два было высоких. Да. С 4 дня до 9 вечера, да. Только если... Нет, нет, зачем с 4 утра? Поэтому, если завтра у нас все получается, мы подготовим площадку к зиме. Офигенно мы сделаем к зиме. Подумайте, идеи, разные идеи по перемещению снаряжения приветствуются. Пошел. Что, ребят, до свидания, скажи Сергей Сергеевич, он сегодня вас всех встретил. Все, лады, да. Все уже сам нормально, да, все? Ты просыпаешься прямо, если ты до штаба, убегайся там, пораньше не сиди. Все, парни, всем счастливы, да, что же? Парни, не парни. Смотри, что я делаю. Стоишь так, вот стоишь так, делаю. Ну давай, 30, 25, 20, так же 15, 25. А мы сейчас посмотрим, я смотрю на тебя. Вот. Смотри, ладно, хорошо, попробуй коленочку. Будет больничек. Выше подпрыгнуть. Надо прям подпрыгнуть выше. А что ты боишься? На руках кор. Конечно, выше подпрыгнуть. Еще выше. Выше ноги поднимай. Зачем? Прям смотри, как ты делаешь. Можно я
Сейчас, погоди, Ярослав, попробуй еще. Еще 25 раз давай так делать. Ой, 30, 25 и 20. То есть ты потянки не сделал? Ярослав, ты потянки... Ты честно подтягивание сделал? Покажи, покажи, пожалуйста, как ты сделал 5 подтягиваний. Вот любые. Давай посмотрим. Ну, конечно, по-любому турник нужен для подтягивания. Нет, ты можешь подтягиваться на воздухе. Завтра придешь? Да. Хорошо, сейчас погоди. Посмотри, сейчас скажешь. Давай, я их понесла, смотрю. Я сквозь мешанку тебя вижу, твою энергию, она прям пробивает. Ну-ка, давай. Не, ну нормальные подтягивания. По-любому на Олимпийские игры поедешь. Сразу первое место. Первое, там сразу экстра нулевой экспириенс какой-нибудь вызов такой сделаешь. Ну, то не дай. Нет, он займет первое с концами. Давай, да. Ладно, ладно, считается. Для Ярика, парни, если кто-то прям сильно устает, или как Ярослав, вот богатырь, вот он богатырь, он штангу не видит, да, не подтягивается. Допустим, ладно. Он устает, делаешь здесь, ладно, хорошо. Остальным по схеме, по той же программе делайте. Егор, еще поделишься интернетом и рассказывай идею давай. Про завтра, парни, я не шучу. Завтра, возможно, кто-то по чесноку заслужит подарочное занятие. Вот своим поведением, если поможете. О, если... я заслужу 100%. Вам-то что заслужить? Вам просто надо себя вести хорошо, и так у вас все. Они просто, сейчас объясню, почему. Вы знаете, да, кто это? Кто парни? Егор. Не Максимка, я. Никита, Дарья. Это представители команды Venom Familia. Venom Familia, Venom Family. Они, ну, защищают интересы города на уровне России. То есть в направлении вообще силовой атлетики. Поэтому у них чуть-чуть другой подход, но вам всем, возможно, открыта дорога. Вот, ну, не именно в их команду, а вообще вот в эту движню, если вы себя проявляете хорошо. Я их знаю просто 3 года уже. И за эти 3 года очень много видел, и всякого такого переживания было. Поэтому, парни, качаем всем, у всех есть возможность. Можно попить? Попить? Если сделал. Кто сделал, попить, умыться в туалет. И начинаем расстилать маты. Хорош. И все делать. Рассказывай. Вы же говорили, что он тот турник, который... Да, повыше сделали. Были, да. Большие. Да. Большой его сделал. Чтоб в стену не ударяться, его мы... целую площадку сделать чуть-чуть, вот. Подвинуться. Смотри, мы хотим подвинуть на 0.5 метра к стене и на 1 метр к окну сюда. Мы так и хотим сделать. Чтоб в стенку не ударяться. Конечно, конечно. На большой или на средненький? На средний. Мы сделаем их оба высокие. Да. Опять, если все получается, если она не потеряет... Знаете, почему ее пришлось ниже сделать? Чтобы она не шаталась. Если сделать обе... А? Куда можно бутылку поставить? А у тебя рюкзак с собой? Если тебе, если ты поставишь ее, например, на стул... Тихо, простите, носки. Вот, Мишань, тебе сам ставил свои носки, забыл. Если поставишь на стул, будет готов, кто-то возьмет попить. Поэтому либо в рюкзачок, либо, ну... 25 раз. Плюс 5? 20, молодец. 25. 25. Поблагодари Даньку, что он привел тебя, что он спасибо. Смог. Что, Миша? Нет, я это можно. Спасибо, Даня, что меня привел. Либо тут, либо внизу оставлю. Либо тут, а какая магнезия? Ну, моя. Я не знаю, какая. Вот там в коробочке не магнезия нет. Стоит, не она? Нет, ну, это магнезия, но моя. Сантей, ты запоздал, молодец. 6 часов. Ну, да, ты пришел, во сколько? 6? Не знаю, я вроде в 5 выехал. А сейчас сколько? Так тренировка у нас с 16, да, но я понял. Давай, я запишу, давай, рюкзачок ложи. Миш, я посмотрю, братан, ну, Миш. Ты ж помнишь, что здесь еще другие занимаются и внизу могли взять? Если вдруг не найдем. Вот ты в тот раз, что, рюкзак забыл, да, крутые варежки. Как так? Смотри, на будущее, может быть, найдем, на будущее, если что-то, пожалуйста, будь бдительнее, ладно? Все, дай пятинку, не переживай. Парни, маты стелим хорошо. Егор, да, молодец. Никитос, а помоги, пожалуйста, сейчас пока чуть от Дарьи отвлекись, помоги, пожалуйста, вот ребятам маленьким проверить, как застилают маты. Посмотри, пожалуйста, ты можешь от Даши прям на минутку отвлечься? Застилка матов. А Дарью может Сашу покачать, если хочет. Если Дарья захочет, Саша поможет ей растянуться. Кузнецов. Нет, он просто сам пришел, ему тоже. Или вот Максимка. Да? Максим, тоже помоги расстелить. Ты молодец, начал, чтобы проверить, чтобы там все четко было. Макс. Максим, Краснов. Вот тебе тоже поролошки, Дань. Возле стены лежат, их тоже можно взять. Санти, давай записывай. Сейчас, я вам справку принес. Принес справку? Потерял где-то. Я вот сейчас выложил, когда с того поля заходил.
Вот, карман. Потерял справку, что ли? Да. Блин, вспоминай. Значит, наверное, в кармане должен. Давайте сегодня бревно повесим. Возможно. Так, Кузнецов Ки, Александр Федорович, да? Вообще белый нам нужно, ну ладно. Температуру мерим. Давай. Малышам там супер прям кучу не надо же стелить. У вас просто высоты не хватит. Поделитесь со взрослыми, ребятня. 36,1. Молодец. Давай, смотри, 100 раз горка впадинка, 100 раз складка мостик, 100 раз выпрыги. Поехали, разминка будет. Сейчас я посмотрю. Все, давай, братан, смотри. Точно же Александр Федорович? Да. Вам же высоты не хватает. Зачем вам столько матов, конечно? Вы поделитесь со взрослыми, у них-то высота. Никит, Никит, вы под изголовье не положили матов. А вы когда будете иметь это, то Никита, меня это будет. А ты будешь завтра? На помощь придешь? Нет, я смогу, мы завтра классом едем на мастер-класс послушаем. Ну, вы сделаете ли маленький повыше? А можно вот это снять, Сергей Иванович? Она мешает сильно. Вы ее просто подвиньте, зачем ее снимать? Вы ее можете сдвинуть сюда и все. А как на большом же тренироваться будем? Снимем ее? Вы веревку сдвинете и все. На большом легко. Вы сюда веревку сдвиньте, на вот сюда, на к окну. Но залезьте на турник, да, вдвоем, с двух сторон. Дань, залезай с той стороны. И спокойно, вчера ребята сдвинули с середки ее нормалек. Красный мат убрать на маленьком тренинге. А кто-то говорит, он положил. Сейчас, Андрюш, подожди, кто-то говорит наоборот, красный мат. Вы что, между собой не определитесь? Почему тебе убрать его надо? Он мешает тебе? Да, потому что высота маленькая. Блин, парни, давайте вы определитесь. Просто кому-то нужны маты, кому-то нет. Давайте вы договоритесь, для каких элементов. Тимурик, лады? Да, спрашивай. Вот, когда вы мне сказали... Сходи, конечно, быстрее проверяй. Вы мне сказали вот это делать, я пошел на турнике и доделал. Доделал? Молодец. Здесь тебе не понравилось упражнение делать? Не, у меня кисть немножко. Я понял. Парни, чей рюкзак лежит? Вот рюкзак возле колес. Убери, пожалуйста, вот сюда, к рюкзакам. А то упал, я его даже забыл, извините. Ничего, положи, да, здесь как бы в одной кучке, но все-таки рук, потому что к нам, может быть, сегодня мама придут, чтобы они видели порядок. Сергей Геннадьевич, у меня Ирина Николаевна, у меня... Учитель, да. И у моей бабушки, ее зовут Ирина. И я не... Вот... давно узнал, что моя бабушка Ирина Николаевна. Да, классно. Все, сказал? Молодец, Руслан, говорите. Да. Че, штанги, гири, стойки, что ты хочешь? Что ты сегодня будешь делать? Я ничего уже забыл. Забыл? Да. Что хотел делать? Да. Димарик, братарик, да. Завтра какие планы у тебя действия, Барбаросса? Мы с 4 до 9, я вот ребят прошу на помощь. 4 до 9 хотите здесь небольшой марафетик навести. Самое главное, нужна будет помощь, площадку на метр в стене и на полметра к стене и сюда передвинуть. Вот сюда? Туда и сюда. А турник, да, один турник повыше поднять. Вот этот, ребят, все переживают, что турник вот низкий. Вон тот? Нет. Вот этот левее, вот этот. Вот этот основной. Его у нас, чтобы сделать два высоких турника, чтобы было. А для этого нам надо... Давай, Дань. А для этого нам надо ее передвинуть. Ее к стене туда на полметра и к окну на метр. Ну, может быть, на часочек получится тебя прилететь. Помощь взрослых людей. Набор ты есть? А вообще набор ключи есть? Да. Вообще класс. У нас просто один есть комплект. Нашел, Саш, что ли? Ты на полу ее потерял? На лавочке. На лавочке? У нас просто один комплект есть, если привезешь, вообще мы все быстро, да? Даже ее не будем полностью разбирать, как в те разы. Мы ее разберем на две части. Сергей, да. Можешь тренажер взять? Туалет взять. Все, да. Валики, Данил? Да, валики. Дань, будешь делать, чтобы рядом с тобой никто не шоркался, ладно? Ладно. Все, молодец, Саш. Все, занимайся дальше, ладно? Я это стараюсь, иначе, блин... Если получится, то класс. Ручня приболела просто немножко. Блин. Выздоравливает. Дань, стоечки вынеси, пожалуйста, оттуда. Достань тоже стоечки. Даш, поможешь ему? Дань, рядом с тобой, стоечки. Да, все. Кому? Дарья, рядом с Дарьей положи, а может быть ей пригодятся. Все стойки доставай оттуда, которые есть. Да что такое-то? Парни, а теперь самый главный, знаете, теперь я скажу такой момент. 0,5 от первого предупреждения, ладно, 0,5. Знаете почему?
Во-первых, нет у нас хорошего музыкального фона, из вас никто не дотупался включить музыку хорошую. Второй момент. Лишний, очень много голдежа, ба-ба-ба-ба-ба. И третий момент. Опять собираются могучими кучками. Вы стоите, кучкуетесь. Да. А можете... Посмотрите, ребят, посмотрите, у нас есть штанги, гири, гантели, стойки разных видов. У нас разные есть набивные, ударные инвентари. Посмотрите, есть все, братва, для вас. Не кучкуйтесь, пожалуйста, спрашиваю. Включите, пожалуйста, музыку. Все сечьте. Ну, это... Как? Все сечьте? Все сечьте. Сейчас посмотрим. Макс, нафиг ты руку убираешь, а? Мы с тобой этот рассматриваем вопрос. Так неудобно руку ставить, да хорош. Самая тема. Ты же вот ты много в тренировочном бою там проходил? Вообще немного. Нет? Вот так вот сделай, попробуй, как любой. Как бы вот здесь, да, это секунду ты сейчас поднял, понимаешь, про эту тему. Но представляешь, что только здесь, знаешь, как бы есть вариант, а вот здесь действие, даже, например, делаю, когда... Одновременно, да, Игорь? Андрей, ручку делаешь, как она вроде бы за точкой есть, а кстати, да, вам нужно? Но смотри, здесь можно сделать такой... Эти маги. Что ты стесняешься, и руку не закрыть не можешь? Это ты вот щит ставишь. А ты смотришь, идет. Ну, допустим, твоя правая накидывается, боковой, моя левая сейчас. Давай, одновременно делаем. Сейчас ты руку поставил, ништяк. А если бы руку убрал, если бы больно? Сейчас тут делать, как там еще делаешь. Ну да, да, но все равно это как бы. Все так же занимаемся. Дим, пойдем запишемся. Дима, ты же Дима? Да, молодец. Так, секундочку. Давай, фамилию, имя, отчество. Федоренко. Громко, отчетливо, подростка. Федоренко. Молодец. Ю Юрьевич. Даже именно Ю Юрьевич надо так проставить. Федор Дмитриевич, занимайся. А, что, напомню, пожалуйста, у тебя абонемент, не абонемент, нет, что там у меня нас? Нет, запишите мне в счет будущего абонемента. Я вопросик поставлю, все, у нас нет такого, нет, знаешь, там. Этот, я в субботу отдам деньги, 3 рубля. Знаешь, как обычно делаем? Мне говорят, а что там в кредит? Я говорю, парень, вообще забудьте эти слова всякие, ну, не только. И там, я ставлю вопросик, а уже по совести, по желанию. Бывает, люди через год появляются. Я... Все, говорит, братан, понял. Что там сейчас было? А? Стой! Это кто сейчас сказал? Парни, сейчас кто что сказал? Лучше признайтесь сразу. Ну, вы слышите, все слышали или только я услышал? Только Мишань, что ты услышал? Я сейчас скажу, букву поменяю одну. Че, блядь? Вот кто это сказал? Признавайте. Не, ну по чесноку кто сказал? Может, кто-то даже не понял. Короче, букву М на Б поменяйте, вы все поймете. Вот было слово, че, блядь? Кто сказал? Ладно, хорошо. Хорошо. Нет. Может быть, знаете, какая штука? Может быть, люди говорят, но не понимают, да, это на автоматизме. Это в разговоре. Та-та-та, да ты, мля, думаешь, я такой, мля, такой, та-та-та-та-та, да, начинается. Это может быть на автоматизме. Смотрите, чтобы мы разговор контролировали свой, на турничке, пожалуйста, все запрыгните одновременно. Тихо. А он сам не знает. Не, братух, я не лично к тебе вопросы задал, кто сказал. Может, он даже не... Чего вы заставляете его признаться в чем-то? Может, он даже не знает, в чем признаваться надо, да? А что я сделал? Я не знаю. Это ты сделал? Это ты? Что произошло? Ты сказал. Что? Было, смотрите, было такое выражение. Кто-то произнес вот оттуда. Че, млять? Только букву М надо на букву Б поменять. Вот было такое выражение, я тормознулся и говорю, парни, скажите, кто сказал? Вот, кто-то, может быть, да, выстрелил на автоматизме, но ничего страшного, для контроля разговора, пожалуйста, залезьте все на турнички. Одна минута. Все
Сто, складку, горку 100 раз, Дашенька, пожалуйста, сестренка. Горка, складка, горка, впадинка, складка, мостик. Вот это да. Вот. Ну, типа да. На, залезьте, пожалуйста, на турнички. Залезли? Макс, поддержи остальных, запрыгай. Егор, Саша, Саша, сейчас на турнички побежали. Запрыгнули, парни? Теперь смотрите, вы делаете 20 подъемов ног к перекладине. Носочками коснуться перекладины. Поехали. Да. Два, носочками коснуться перекладины. Красавчики, понеслась. 20 раз, пожалуйста, в темпе делаем и дальше продолжаем. Еще такая просьба. Старайтесь контролировать разговор. Как минимум, с нами сегодня девушка и дети. Парни, ладно? Иногда в эмоциях можно сказать, но осекайтесь, сконтролируйте свою речь. С нами сегодня девушка, это будущая супруга нашего братана, поэтому фильтруем базар 100%. Иначе он спросит, он скажет, чё, чё? 20 раз или 25 сделали? Или кто-то 30, может быть, сделал раз? Осторожнее, Никита. Ну и с нами дети, чтобы они потом не переняли этого, чтобы они, сидя за столом, с батей, чё, блядь, батя, ты говоришь? А он, сынок, ты чё? А чё, меня мальчишки так научили? Сто. Меня мальчишки? А какие мальчишки? Пойдем покажем. Мальчик вам скажет, да не-не-не, я так не говорил, дядь, вы чё, это он сам что-то наговорил. Вот и все, вот круговая порука. Давайте, доделывайте, все понеслось дальше. Не толпимся. Если что, у вас есть замечательные, опять, взрослые люди в виде Егора, Дмитрия, Дарьи, Никиты, Максима, кто вам помогут, расскажут про какие-то действия, которые, если вы захотите, вы сами друг другу можете помочь. Видите, у кого-то не получается, помогите. Видите, кто-то начинает делить между собой что-то, разрешите этот вопрос. Парни, это было половинка предупреждения. Это была половинка предупреждения. Пожалуйста, не подводите меня. Что, Диман? Кстати, можно скобы себе взять? Стойки? А, все, сейчас. Пожалуйста. Никитос, ну ты посмотри, ладно, на парней. Как ты думаешь, что сейчас будет? На парней, справа, слева от тебя посмотри. Оп, оп, оп! Парни, не простаиваем, не просиживаем. Вы сюда пришли посидеть, что ли? А? Я качаю руку. Ну ты ладно, качок, ты качок. Не дурачок, самое главное, это хорошо.
Вы же сюда пришли не сидеть, вы можете посидеть в другом месте. У нас много турников, вы можете элементы оттачивать. У нас есть, кому надо резины, кому надо мизины, кому надо полотенце, руки из кармана вытащи, кому что надо, все в это, все есть, вы говорите. Сказал одному руки из кармана вытащить, вытащили трое, это хорошо. А что, по привычке, да? Хопа и все, что там шурудить? Ну ладно бы что-то, есть места, где зашивают карманы, чтобы руки в карманы, где вообще, есть места наказания. А? А во сколько это все будет? С 4 до 9, с 16.00 до 21. Я не смогу. А ты выбери именно этот промежуток времени, хотя бы на часок, может быть, у тебя получится. Будем очень благодарны. С 6. С 6 попробуй. В 4 мы подойдем, пока маты и все вот это вот надо же отразобрать. Я постараюсь. Если, парни, если получится, это очень хорошо. Миш. Качни Сантяи, вы же самые старожилы, да, здесь? Качни Сантяи на какие-нибудь этот, элементики такие. Вдвоем потягайся с ним, повспоминайте, помните, как в старые добрые времена? Ярослав, что залипаешь? Да тут просто 5 килограмм, а тут 3 килограмма. Бывает. Здрасте, здрасте, заходите. Ребята, поздоровайтесь, пожалуйста. Андрюш, пойдем температуру мерить, записываться. И это, помнишь, на разбитие, когда было? Ростав, аккуратно, у нас техники. Я что нам будем делать в этом стаканчике? Анализы сдавать? Пить? Нет. Это типа маленький сюжет в виде стаканчика для кофе. Ну кофе прям это на глоточку, капелька кофе, да, там, смотри. Какой Ярослав, дай, пожалуйста. Свои. Ярослав стаканчик подарил для кофе. Это вот ее налил, как детские девчата играют или кто там в этом куколке, да? Нет, это просто, да? Сувенир. Ну, крутой сувенир. А где ты его сделал? Ты его сам слепил? Сам сделал. Мне нужна была вот такая вот крышка. И одна шахмата. Не шахмата, а шашка. Ага, ну круто. Смещаешь и вот. Круто. Андрюх, как дела? Нормалек все? Ты что такое? Что-то случилось? Ты расстроился? Да нет. Да-да? Что случилось? Расстроился. Ну, холодно. Ну, погоди, сейчас разогреешься и все, да? Я коричневый. Давай, фамилия и отчество. Шкодина Андрей Анатольевич. Я коричневой бумаги не нашел. Это бывает. Чтобы типа кофе там налить? Типа там было кофе. Давай, Андрей Анатольевич, померь, пожалуйста, температурку. Ярослав, давай как-нибудь круто позанимайся. Тренинг, все хорошо, точно, Андрюх? Все, давай разминочку бодрую, помнишь, как разминаться? И потом элементики, турнички. Молодец. Андрюш, прогиб вверх больше делай, там вверх, когда, оп, красавчик. Аккуратно, Ярослав, аккуратно. Головы, руки, ноги. Ну это прям уж слишком. Ну что это такое? Да возьми гантельку, ну что это такое? Да сейчас Руслан улыбается, идет к себе и улыбается. Что это такое? Возьми гантельки лучше. Будь здоров. Егор, это самое легкое. Егор, ты раздал интернет, да? Это по-нормальному. Интернет раздал? Да. А, или нет? Ну раздай, пожалуйста. Мне же через Wi-Fi дан, да, подключаться? Да. У меня просто ни разу. Все. Все? Благодарю. Беги, Геннадий. Что-то закрепить их сразу? Двигать. Крепить только с... Президент сегодня приедет. Николай Алексеевич должен сегодня приехать. И он, если он дает добро, крепимся. Может, хотя бы в окно. Да, Диман, да. Геннадий.
А можно как-нибудь так сделать, чтобы пораньше на большой пойти турнир? Да, надо нам сделать так, чтобы все организованно остановились и согласились с тем, что им не нужны маты. У нас же, помнишь, одна какая задача? Да. Под большой стилем, чтобы маты были. Как только вы со всеми договариваетесь, мы стелим на большой. Мне даже самому интереснее, чтобы стелить быстрее на большой, чтобы вы прокачали действия, сделали. Но опять, я не могу нарушать данное слово родителям этих детей. Поэтому ну, это пораньше некрасиво. Как-нибудь ближе к вашей. Братан, все в твоих... Ну, разговаривай с ними, скажи, придумай что-нибудь для них. Придумай для них что-нибудь. Скажи, давайте другое поделаем. О задачах интересны статическими действиями. Пусть они на статику переходят вон там, а вы на большой постелите. Ты же можешь придумать. Ну, давай. Можно я тросик? Тросик? Тросик. А, сейчас, погоди секундочку, просто смотри, народу много, сейчас я тебе кое-что дам интереснее покрутить. Дань, ты штангу сегодня будешь поднимать? Не знаю. У нас у парней рекорд пошел, у Димарика Сосолитина 60 килограмм на грудь он берет, а Артем Маркушев что-то 85, что ли? А как? Штангу от груди. А, да-да-да, толчок. 70? Да. 70, да? Да, максимум 70. Не 85? Я хотел 20. Ну, нормальный у них вес, вот Данька тоже может. Сколько? Не знаю. Ну, надо попробовать. Хотя я буду... Я делаю вес маленький, но много повторов. А это получается большой вес и один повтор. Знаешь, что такая тема называется? Русский жим называется. Небольшие веса, они там сотни раз выталкивают. Ярослав, конечно, в том, чтобы я видел парней. Я это, считаю... Нет, ты поделай роликом, пожалуйста, упражнение. Поделай не ногами, а роликом. Русланчик, не сиди, тем более горбишься. Можно я повторю? Руслан, спинку прямо сделай. Да. Только не отвлекай, не мешай никому. На весы примерно пойми, так на вес для себя. 7-8. Килограмм 7-8, спинку прям только сделай. Я не могу так. Вообще так-то Яша поставит. Яша поставит. Сергей Геннадьевич, я сделал. Сделал? Да. 100 раз горку в падинку, 100 раз складка мостик, да? 100 раз выпрыгов. 100 раз выпрыгов. Молодец. Теперь смотри. Переходишь разогревочные турнички. Лесенка на подтягивание 30, 25, 20, 15. Ну понял, 5 шаг делаешь. А мне на каком? А выбирай любой, какой тебе нравится. Вот знаешь как, смотри, вот вон та дверь, видишь, так изогнутые вот турнички. Вот, ну видишь, он такой. Вот на него можешь, чтобы вообще никому не мешать. Быстро делаешь и на элементы. Приехал. Сейчас, не отвлекай меня. Ярослав, дальше занимайся, все, меня не отвлекай. Что-то луки нету, да, сегодня с Марком? Можно достать меч? Погоди. Сейчас меня не отвлекай, пожалуйста. Я поставлю дни в занятие, и все достанешь. Ты качни пока элементы, Ярослав. Ты качни пока, поделай то, что ты хотел бы сделать. Научиться, может быть. Я сегодня не хочу стать, чтобы я... Ну, я стать все, и хочу. Я там веса, например. Ну, давай. Уголочек, передний виз. Можно попробовать близко-близко. Вот Никита, видишь, оттачивает стойку на руках. Можно горизонтик попробовать, стоечку на руках. Чем говоришь, а то я на лучшее не буду.
Два пальца качаешь. Ну давай, давай, Никит, тяни, Никит. Ну. А с виду кажется легко, да, все это делается?